Кандидатом на пост президента Украины от партии «Батьковщина» стала Юлия Тимошенко. Такое решение принял проходивший в субботу на Софийской площади Киева съезд партии. После выхода из заключения Тимошенко пытается вписаться в политическую жизнь страны, отмечают наблюдатели, несмотря на то, что за ее отсутствие произошла перегруппировка сил и что многие прогнозируют ее поражение. Нас, украинцев. Путин хотел наказать нас, украинцев, за стремление к свободе, за европейский выбор, за способность бороться. Наш ответ в Крыму, на мой взгляд, был недостаточно сильным. На посту президента, если народ мне поручит и доверит, я не дам агрессору без боя взять ни единого сантиметра нашей земли. Заявила Тимошенко, продемонстрировав, что снова готова к борьбе. Согласно последнему соцопросу, среди кандидатов на пост президента в настоящее время лидирует Петр Порошенко. За него готовы голосовать 36% избирателей, тогда как за Тимошенко – 12%.